Добрый всем вечер, друзья, с вами. Ну, вы знаете меня, я дядь Сережа. Last of Us 2 продолжается. И опять мы здесь за Эбби, в этом госпитале Цикад. По-прежнему ищем разгадки. И что нас сюда опять привело? Это вроде не сон. А может и сон, я уже запутался. Да, это сон. Сиэтл, день третий. У нее даже во сне бицуха напряжена. Так, это получается мы в океанариуме. День третий, Элька всех порвала. Почему не спишь? Да я меняла Яре повязки. Она быстро пришла в норму. Ну да. Шрамы крепкие. Не то, что мы. О чем они спорят? Лев не хочет уходить из Сиэтла. Оуэн пригласил их отправиться в Санта-Барбару. На него похоже. Я думала, ты отговорила его уходить. Вообще-то я пойду с ними. Вот как? Но только без тебя. Очевидно. Что? Он, может, и поделся на твою игру с детьми. А я нет. Да нет никакой игры. Лучший убийца шрамов внезапно подобрела. И Оуэн тут ни при чем, да? Я не всегда поступала правильно. Ты дерьма кусок, Эбби! Интересненько. А ну втащи. Да Джоэль еще припомни. Хочешь помочь этим детям? Исчезни из их жизни, пока ты ее имя не изгадил. Эбби злится. Эбби крушить. Все хорошо? Как рука? Ну, лучше, чем была утром. Лев успокоится? Конечно. Поможешь мне его поискать? Он очень смучен. Так, меняемся партнерами. Я теперь с Яркой.
Лили? Кастелланос уже здесь, иди к папочке. Лёва? Почему лев не хочет в Санта-Барбару? Он переживает за маму. Боится, что она пострадает из-за нас. И есть чего бояться. Ему сейчас о себе надо подумать. Съест ты бы контактный океанариум. А что с ней могут сделать? Иногда родители наказывают за проступки их детей. Но наша мама очень надежна. Я думаю, она не тронет. Ушастые медузы в мерцающей пещере. Как ей помочь? Уйти она не согласится. Ее надо дать. Меня больше волнует, что она скажет. Лев! Лев! Прости! В этой части мы еще не были. Лев, выходи! Лев! Бухта кораблекрушений. Акулы. А это он видел? Он любит акул. Любит акул, но не любит океан. Он тебе в этом признался? Да, говорил. Сблизил страх смерти. Ты слышишь? Лев! Яра, не бойся. Не бойся, она хочет поиграть. Привет, милая. Что принесла? Так, смотри. Пучеглазого кальмара. Апортерис. Она хочет, чтобы ты опять ее поиграл. Ладно, еще разок. Я тоже так думаю. У тебя осталась только одна рука. Она же не укусит, правда? Нет. Обещаю. Можно еще кинуть? Накидай сколько угодно. Ух, нихуя. Да ладно, Элис, хорош. В жопе негры опять. Это кит-убийца. Лев! Что ты меня нашла? Думаешь, вашу маму точно не переубедит? Если она его увидит таким, своими руками придушит. Много тебе рассказал? Не, особо. Я слышала, ваши называли его Лив. Да, рассказывай. Долгое время я не понимала, почему он критикует законы. Родиться. Когда он объяснил мне, как он себя ощущает,
Я сказала, никому не рассказывай. Я надеялась, у него это пройдет. Какое-то время он держался. Но потом побрел домой. Как дела вообще? Ну, все ясно. Тогда вы избежали? Теперь военного бомбара. Ударил. Как думаешь, зачем он это сделал? Ну, постригся на лысо. На прошлой неделе он получил назначение. Он хотел быть солдатом, как я. Сувенирный магазин сокровища Марии. Каков? Это в Калифорнии. А где Калифорния? Вот, смотри. Это Сиэтл, а это Санта-Барбара. В Лос-Анджелесе. В таком масштабе его не видно, но он здесь. Так далеко. Да. А у обе неплохие познания в географии. Ну не знаю, может монету бы найду. Нет, ни хера. Вниз прыгать. Должно же тут было что-то остаться. Эбби, накинь-ка новый брикет. Нет. Такое фуфло нам не нужно. Так, погодь. Ох, пеликанище. Миленько. Забавно. Видишь что-нибудь стоящее? Ищем дальше. Так что здесь? Лили, давай, хорош. Не понял.
Ему 13 лет. Какие игрульки, вы чё? А подслушивать нехорошо. Ты меня не знаешь. Не знаю. Эбби, перестань воровать мои вещи, а? Извини, я не знала, что это все твое имущество. Ну, мой океанариум, мои вещи. Да я шучу. Бери что угодно. Ты нет. Ты видел Лева? Да, он был в том зале. Можно? На два слова. Я догоню. Так второго сеанса не будет, я это не выдержу. Она не поняла, что я шучу. Не лажу я с детьми. Да. Но вот ты им понравился. Так ты едешь в Санта-Барбару? Нет. Почему? Сам знаешь. Мы что-нибудь придумали? Уже поздно. Нет, нет, не поздно. Я понимаю, что все охренеть как сложно. Понимаю. Но мы можем, честно. Эбби. Ты что, дурак? Лев, по съёбам дал. Куда это он? Он пошел за ней. За кем? За мамой. Эбби, она его убьет. Лодка готова? Еще нет. Сколько тебе нужно времени? Пара часов. Черт. Мы его опередим. Возьмем катер на пристань. Эй, она еще не отошла. Я в норме. А как я одна его найду? Я с вами. Оуэн! Они хотят плыть на этот остров. Вот именно. Я не могу отпустить ее одну. Вообще-то можешь. О, он останется. Хочу помочь. Да? Так останься здесь и почини лов. Расставь приоритет. А вскоре лягут. Причал. Ты как? Нормально. Ну, теперь с Ярочкой мы немножко потусим. Ясно. Так, глушитель на месте. Здесь монетки кидают, 100% тебе говорю. Не? Так, Яра за мной. Ох ты, ёшкин кот. Я не хочу. Так. Лёвка же тебя учил. А как у нас психология у Яры? Молчит. Так, сюда. Так. Ловлю. И я справлюсь. Давай. Осторожно. И лет не понадобился. Твоей деревне целый. Мы можем отключить.
небезопасно. Как считаешь, Лев может перегнать? Нет. Слишком опасно. Он понимает, на что идет? Не. Он себя привязан. Но ведь она его мама. Ох, немножко освежимся. Ну, конечно, как без этого? Так, таблетосы здесь были. Вот они. Так, сейчас посмотрим, что можно сделать. Патроны для дроби зажигательные. Так, 19 штук мало. Так, что по пистолетам? Так, здесь все нормально. Сейчас разрулим, не ссы. Нам сюда. Руку не мочь. Он же поздно. Так, здесь тупик. Я так понимаю, мы на остров, да? Собираемся. Ну и там тупик, что куда идти-то? Эбби, иди сюда. Давай, веди. Так, отойди. Стой. Эбби гнуть, Эбби ломать. Сам, залезай. Так, спокойно. Куда ушла? Лодки вон там, на той стороне. Нам просто надо подняться и обойти. Ладно, я поняла. Ну точно мама Эбби. Никого.
Забесили. Анна Ик. Жилец судилец. Вики, береги себя. Мою лодку сегодня дважды обстреляли. Похоже, придется ставить сети подальше в море. Там укачивает так, что хочется блевать, но это лучше, чем снайперы шрамов. Почему мы до сих пор не захватили эти садки? Вылазки на территорию шрамов не кончатся ничем хорошим. О чем вообще думает Айзек? Может, после этой смены подадим рапорт о переводе? Лучше перечистить всю картошку в мире, чем опять лезть под пули. Пожалуйста, осторожнее. Жду тебя дома, Кент. Ни хрена. Так, аптеку делай. Так, стоп. Так, на остальное не хватает, а здесь мы сделали. Ладно, будем копить. Так, здесь не перелазит она. Ладно, погнали по лестнице. Что такое? Побудь здесь. Я найду лодку и заберу тебя. Нет, я помогу. Не надо. Я сама. Ладно? Надо. Так, спокойно. Что, какие-то проблемки? Мэнни? Да. Ты где был, засранец? Пендеховский. Снайпер, меткий урод. Зачем ты здесь? За лодками. Сегодня вечером мы атакуем остров. Но тут вылез этот пендех. Я послал за подмогой. Помощь на подходе. Вроде. Мне нужна лодка. Срочно. Зачем? Рассказывать некогда. Ну, тогда... Как зачем? Съебаться? Давай. Ну, Мэнни. Несуйся. Перепил весь мой отряд. Кто? Ничего, он свое получит. Сраные чужаки. Какие чужаки? Взялись из ниоткуда пару дней назад. Еще какие-то, что ли? Почему? Не знаю. Блядь! Да хорош, пацаны! Да ёперный театр. Так, погнали. Быстро, быстро. Ага.
блядь! Откуда? Так, спокойно. Несуйся. Он с одной точки палит, все, ладно. Я продвигаюсь. Спокойно. Дура, чуть не подставилась. Давай за ним. Да бля. Пока что. Так, подлечиться надо. Рэмбо задели. Так, давай за ним. Так, дырень есть, вижу. Так, ну же быстрее всплывай. В эту шлепок. Так, мне сюда. Спокойно. Чёрт. Делаем ещё, нас хватает. Эй, иди сюда! Ща погодь. Сука. Так, веди давай. Какой гараж-то? Вот в этот. Тележка разваливается! Уходим! Успеем! Беги! Метка садит. Это точно. Вот. Ну все, голубчик. Так, спокойно. Предлагаю зажарить ублюдка. Блять. Хрен ли он делает? Он ведет их к нам. Готовься. Да ебаный ты, засранец. Прямо впереди! Бегун! Эй, ты бери! Сука! Так, здесь не пройдем.
сука. Так, стой. Блядь, пидор. Так, сюда. Он так и будет валить. Я знаю. Блядь. Да нихуя. Уйдите от меня, противный! Да какого хера ты? Не запрыгиваешь! Сука! Чё-то напрягает меня это все. Так, ловите! Блять, прикрывай, сука! Да хавай уже! Пошёл он нахуй! Лежать! Что ты делаешь, обезьяна тупорылая? Давай! Сука! Хватит церемониться! Ты чё, сука, блядь? Пердон.
сука. Все, ноль. Надо дойти до моста, пока он не сбежал. Да! Дайте мне только добраться до него. Сука. Так, аптечка полная. Так, спокойно. Открывай. И где он? Далеко он не мог уйти. Сука, кто это такой? Томми, что ли? Да не может быть. Сейчас мы его поджарим. Сейчас будет минус пендеха 100%. Блять, нихуя этот, а чё? Разрывными хуяри, что ли? Да ладно, это Томми? Кто это? Чёрт! Ему конец! Нихуя стратег, ладно. Аж самому интересно, кто это. Давай. Я же сказал. Минус пендеха. Какой-то дикий просто.
Интересно. Что за босс? Ничего не напоминает место из первой части. То же самое. Так, вроде никого. Ну я. Это Томми. Я не буду сопротивляться. Нет, похож. Но это не Томми. Или Томми. Это реально был Томми. Да. Вот засранец. Так, ну пойдем мы уже в следующей серии. С вами был дядя Сережа. А сейчас договорят. А ну все, пока-пока.